против хода движения. Конечно, рекомендуем дополнительно приобрести вот такую подушечку. Это месяцев до 2-3 можно будет использовать. Продевается под специальный вкладыш, так скажем, выравнивать их. И получаем именно лежачее положение. В дальнейшем, когда ребенок присаживается, разворачиваем автокресло по ходу движения. Несколько положений регулировки наклона. Фиксируется в автомобиле при помощи штатных ремешков. Покажем по ходу движения, против хода. Принцип такой же будет фиксации. Продевается с двух сторон специальные пазы, где красная зона. Верхний ремешок продеваем за кресло. Подтягиваем. Кресло готово. Также здесь регулируются ремешки. Удобно будет. Даже в зимней одежде будет просторно. Ну и в дальнейшем можно убрать подушку. То есть реально по отзывам хватает автокресла до 4 лет. Хороший бюджетный вариант от рождения до 18 килограмм.